чувствуете разницу, да, в работе наших российских профессионалов и вот американской звезды? У меня свой взгляд на высокую моду, на фотографию. Соответственно, и к макияжу, да, такое же отношение? Или она просто тебе сказала, вот делай, что хочешь с ними? Задание какое-то задала, вот тему? Есть как бы концепция, есть каждый образ, и он как бы индивидуален. А этот образ придумывала она или ты? Фотограф, они же свои вещи привезли. И же, исходя из этого, мы вместе обсуждаем. То есть вы обсуждали, понятно. То есть ее мастер-класс, в принципе, заключался в том, что она давала полную свободу фотографам, да, вот ее студентам, как это сейчас называется. У них называется это студенты. Она не подходит, ничего не говорит. То есть все ребята показали музей, показали залы, и все ребята снимают то, что хотят. Она даже не подходит и не комментирует? Она ходит, она смотрит. Но так, чтобы как бы стоять над каждым фотографом, нет. Поэтому каждый фотограф подходил сам, и мы обсуждали образ. Потому что тут у них сумки с одеждой, у всех там чемоданы всяких вещей. Здесь так, там так. В общем-то, такой оригинальный подход к мастер-классу, да? Тоже мне интересно, тоже не могу понять, почему так. Я думал, будут какие-то объяснения. Это новая концепция обучения такая, у нас это немножко по-другому, видишь, это такая американская концепция мастер-класса, да? Может быть, потому что я думал, им как дадут задание какое-то, они будут все по каким-то определенным параметрам, так сказать, правилам работать, но нет. Каждый творит, что хочет. Something you might wanna know.